Всем привет, друзья! Это канал Юрганов Лайф, меня зовут Иван. Друзья, сегодня ездил за грибочками, за опятами и насобирал достаточно маленькие, красивенькие вот такие грибочки. Это опятушки, конечно, есть и переросточки большие, уже примерно такие, но есть и вот такие малюськи. Сейчас эти грибочки уже переработаны, промыли, убрали мусор и будем мариновать, друзья. Как это все будет происходить прямо в прямом эфире, можете смотреть. Именно смотреть, как это будет происходить. А я вам вкратце скажу, что для того, чтобы замариновать, нужно чеснок, перец, соль, сахар, уксус 70%, лавровый лист и душа. Будем делать все это, друзья, с душой. Соответственно, сразу говорю, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Может, у вас есть какие-то свои рецепты. А я прямо сейчас приступаю. Итак, что надо сделать? Надо взять грибочки, взять кастрюльку с водой, поставить воду на огонь, загрузить туда грибочки и варить 10-15 минут в подсоленной воде. Итак, грибочки складываем в кастрюлю, огонь ставим на максимум и ждем, когда закипят. Грибочки закипели, перемешали и ждем 15 минут, после чего откинем на дуршлаг. Опять откинули на дуршлаг, промыли в проточной холодной воде и сейчас готовим маринад. Для того, чтобы приготовить маринад, на 1 литр понадобится 2 столовых ложки соли. 1 ложка и 2 ложка. 2 столовых ложки сахара. 1 ложка, 2 ложка. Добавляем по вкусу душистый перец. У нас это получилось 5 горошин. Добавляем гвоздику по вкусу. Следующий лавровый лист. Добавляем чеснок, тоже по вкусу. Вода закипает, поэтому добавляем на 1 литр 1 столовую ложку уксуса 70%. А теперь добавляем уже сами грибы. И варим в маринаде 5 минут. 5 минут прошло, и теперь грибочки раскладываем по банке. Предварительно мы их пастеризовали. Разложили грибочки по баночкам. Добавляем маслице в каждую баночку. И будем уже закручивать. И вот, друзья, смотрите, какие получились баночки с опятами. Вот такие маленькие, симпатичные зверьки в виде опят в таких симпатичных баночках. Я думаю, получилось неплохо. Но вы теперь, друзья, знаете, как можно замариновать опята в домашних условиях по-быстрому, при этом минимум времени, минимум затрат, минимум усилий. А это был с вами Иван, канал Юрганов Лайф. Друзья, подписывайтесь на канал, оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки. Все хорошо. Дальше еще будет лучше. Поэтому не переживайте. Приятного аппетита. А я вам говорю пока.